15 работников социальных сфер Владивостока получили ключи от квартир в новостройке по адресу Тополевая, 30. Жилье предоставляется как арендное, но с возможностью выкупа по льготной цене. Аренда квартиры здесь существенно ниже рыночной стоимости и составляет 12 тысяч рублей. Получат работники бюджетной сферы, образования, культуры, спорта, социальных служб, работники силовых ведомств, работники жилищно-коммунального хозяйства. Люди, которые, в общем-то, делают хорошее дело, учат, воспитывают, лечат детей, наших жителей Приморского края. Дом был построен в рамках краевой программы по поддержке молодых специалистов социальных сфер деятельности. Строительной компании удалось возвести его всего за полтора года. Содействие в предоставлении участка правительству Приморья оказала администрация Владивостока. И мне выпала такая возможность получить данное жилье. Квартира очень просторная, уютная, светлая. Можно сразу переезжать, потому что все для этого есть. Знаете, продолго ждали. Это все молниеносно случилось. Я до сих пор не верю, что такие чудеса могут быть. Но все благодаря моему директору, директору гимназии номер 2, Инне Алексеевне Шендрик, которая быстро сработала. И, конечно же, огромное спасибо. И спасибо огромное всем тем, кто дал нам с мужем эту возможность. Чтобы у нас была квартира светлая, теплая и с ремонтом. Спасибо большое. Всего в доме порядка 430 квартир разной квадратуры. Во дворе дома есть парковка, а также детская площадка с турниками и тренажерами. Такая важная работа по предоставлению жилья работникам бюджетной сферы будет продолжена. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.